комната пуста, и горят уста от пепла. Пепельные целые узы тяжелые, а моя душа горечью дыша слегла. Любимый, ты где? Что предал огню? В сердце сохраню.
что было дальше? С Маргаритой? Не знаю. Надеюсь, она забыла меня. Нет, с Понтием Пилатом и Иешуа Ганоцри. На верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и первосвященник иудейский Иосиф Каифа. От лица народа Иерусалимского приветствую я Пилата Баптиста. Прошу Каифа спасти невиновного Ганоцри от наказания сурового. Синедрион он указ уже дал. Я за него прошу тебя сам. Так ты утвердил наказание преступнику, а хочешь выступить в роли заступника? Помилуй, Ганоцри, прошу в честь праздника мёрной пины в Лаваринском саднике. Синедрион он указ уже дал. Милости не заслужил ворова. Нет оправдания поступкам предателя, вера отступника и подстрекателя. Уж на Каифа и правду слепый, разве смутить-то совершенно нелепый? Синедрион Иоанну газу же да. Нас боги накажут за этот обман. Слышишь, возмущенно толпа ревет. Это твой бродяга смутил народ. Он против кесаря призывал. Только зла никому не желал. Хочешь прокуратор навлечь беду? Вместе на Каифа гореть могу. Я от Ганоцри спасу народ. Так и знай. Невиновный курьер! Бунтовщику ищешь ты оправдание, Иешуа понесет наказание. Что не слышишь меня, прокуратора, ты отпускаешь убийцу проклятую? Синедрионом указ уже дал. Вместо Ганоцри воровал? Бог мой, неужели Пилат забыл? Ты же его лично приговорил. А вдруг кто услышит, что говоришь? Нет никого. Не проникнет и мышь? Честно, Каифа, теперь с тобой. Скоро позабудешь и свой покой. Барабан повторю в третий раз. Берегись, не смыкай ночью глаз. Рахмани! Кровью раз.
моя смоет все грехи от века. Гости руки рвут мои, терновый в крови венец. Но если можешь ты не оставить,